Погнали! Это Ванга! Второклассник Семен вместе со своей одноклассницей Юлей решил протестировать лед. Школьник рассказывает, здесь разучивают новые движения и работают на скорость. Планы грандиозные – стать профессиональным спортсменом. А еще после выполненных уроков можно встретиться с друзьями на катке. Я хочу научиться играть в хоккей, потому что там очень надо пролететь все поле и забить гол. Но это надо иметь очень хорошую реакцию и очень хорошо кататься. Что это еще рядом с школой, рядом с домом. Если ты упадешь, то это может быть иногда больно, а может и нет. Мне нравится кататься, это смешно иногда бывает, если друзья приходят. В некоторых учреждениях открыли группы, где ребят бесплатно учат стоять на коньках и играть в хоккей. Еще чуть ниже. Стоечку держи. Вот так, спина прямая. Спину выпрями. Инструкторы рассказывают, в последнее время желающих освоить ледовые виды спорта стало больше. Родители могут записать своих чад в любую секцию города, вне зависимости от прописки. Спокойно тренируемся, катаемся, играем. То есть вот у нас рядом второй лед для свободного, как говорится, катания. Да? Подходят тут же папы, мамы, там, дети. А можно вот к вам в секцию? Не отказываем. Список секций размещен на сайте Центра спортивных клубов. Кстати, взрослым тоже не откажут в тренировке, но есть нюанс. Для тех, кто не уверенно стоит на коньках, как я, есть инструктор. Но на занятия нужно приходить со своими коньками, проката нет. Правда, для учеников есть исключение, инвентарь могут выдать. А вообще площадка открыта до 10 вечера. Вход бесплатный. Этой зимой заработают более 90 ледовых дворовых площадок. Мэрия пояснила, следить за состоянием будут постоянно. Сейчас они ежедневно чистятся от снега и при необходимости ремонтируется лед, заливается дополнительно, либо если какие-то сильные выбоины, его там латают отдельно. Через 2 недели заработает каток на острове Татышев. 5 декабря откроется и в Центральном парке. К сожалению, всеми любимые крупные катки, такие как Центральный стадион, Локомотив, Ледовые дворцы, пока что не залиты. По указу губернатора из-за сложной эпидобстановки массовые катания запрещены. Диана Хачешвили, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.